Так изумился, когда пришел оформлять пенсионный возраст, мне сказали, ну у вас пенсии по дожитию. Вот желаю всем, чтобы дожитие было таким же радостным и счастливым, как у бардов везде выходя и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но опять же пандемическое засилье, сидение великое вызвало к жизни совершенно новый жанр в стилистике авторской песни. Это онлайновые концерты. Я тут, друзья мои, говорят, ну я 22 концерта дал онлайн за время пандемии. Я говорю, ух ты, смелый человек. Я дал один концерт и понял, что это, ну согласитесь, довольно сложно 2 часа петь темному экрану планшета. Причем, когда люди на той стороне планшета сказали, ну мы отключаемся, чтобы вас лучше слышать. И как-то ты что-то спрашиваешь у него, а он тебе не отвечает. А на экране изображение 2-летней девочки, хозяев этого, значит, сборища. Да, еще там другая страна на той стороне. В общем, я выпил бутылку вина, они с вином сидели там. Я выпил быстрее, чем они. По WhatsApp общение. Нет. Вот сейчас вот энергетика, я глаза ваши вижу, я вас слышу, ощущаю. А нет. Поэтому меня нет в социальных сетях, Facebook, это я просыпаюсь от этого страшного слова. А как-то гнетет, знаете, вот чувствуешь свою ущербность. Все говорят, я в Фейсбуке, а я там то-то-то-то. Я думал об этом, вот получилась такая песня, я ее назвал «Фейсбучная казачья». Ну, это не потому, что картинка, когда казачья лава размахивает Фейсбуке, планшетами скачет, все сметает на своем пути. Просто как еще по-другому назвать песню, которая начинается так. Сочиню стишок, выложу в Фейсбук. Кто-то будет шок у друзей подруг, кто-то будет крик, кто-то будет гам. Каждый новый клик мышкой по мозгам. Половина да, половина нет, сожжена еда, кончился банкет. Выйду на крыльцо, на луну побыть, трудно быть творцом. И при том не пить, впрочем, пей, не пей, толку в жизни нет, ночи все светлей. Свет птичкой до утра, все кричит беда. Ты прости, сестра, ехать некуда. Мне не надо бед, Господи, прости, а вот меня и нет ни в одной сети. Я пойду в Фейсбук, заберу стишок, буду всем я друг, добрый корешок. Приходите в Южного Харя в Санкт-Петербурге. Мы здесь будем. Спасибо.